Эти изящные и грациозные кони – представители акалтыкинской породы, одной из самых древних и редких. В мире их осталось лишь около 8 тысяч, и тысяча из них живет здесь, в конном комплексе около столицы Туркменистана – Ашхабада. Эта страна считается родиной акалтыкинской породы. Но ее популяция в Туркменистане уменьшилась с тех пор, как в советские времена ее лучших представителей отправили в Россию. Так что сейчас государство думает не столько о продаже этих лошадей, сколько об увеличении их числа. В этой части комплекса живут около 40 коней. И только за этот год на свет появились около 200 жеребят. Уже стартовая цена на акалтыкинцев впечатляет. Порядка 100 тысяч долларов. А вот рекорд – 2 миллиона. Почему эти лошади такие дорогие? Те, кто работает с ними, говорят, из-за их выносливости. Эти животные росли в песках пустыни Каракумы, так что должны хорошо приспосабливаться к любым погодным условиям. Но нрав у них не всегда идеальный. Этот конь, он под седлом, под всадником, он очень хороший, очень такой ровный конь. Вот с ним легко и приятно работать, но вот в руках он невозможный. В сентябре 5 коней со своими всадниками будут участвовать в азиатских играх по боевым искусствам и состязаниям в помещениях, которые пройдут в Ашхабаде.